Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях майстер спорту міжнародного класу СРСР з веслування на байдарці, головний тренер Національної паралімпійської збірної України з параканої, заслужений тренер України В'ячеслав Загреба. Вітаю, В'ячеславе. Добрий день. І традиційне запитання, от як починався ваш шлях у спорті? Скільки років вам було, коли ви прийшли у спорт і одразу обрали веслування? Ну, начал спортом я заниматься в 13 лет. Да, мне очень понравилась гребля. Я в нее влюбился сразу. И еще видами спорта не занималась? Практически нет. Ну, сама гребля подразумевает в себе занятия не только именно гребли. Зимой мы занимались плаванием в бассейне, штанга, кроссы, спортигры. То есть сама гребля, она сама по себе разносторонний вид спорта и развивает много качеств в себе. А я родом был с маленького города, и у нас там была очень хорошо развита гребля. И яке це місто? Ну, это город Зугрець Донецкой области. К сожалению, это временно оккупированная территория на данный момент. Вот. И там очень красивый водоем, очень много гребцов оттуда вышло международного класса. И так получилось, что я прошел на этот вид спорта, влюбился в него и практически всю жизнь им занимаюсь. Пам'ятаєте свого першого тренера? Безусловно. Підтримуєте зв'язок? Безусловно, пам'ятаю, безусловно, поддерживаю связь с ним. Вот. Редко очень видимся, к сожалению, в связи с сложившимися обстоятельствами. Но, тем не менее, ну, назвіть, до речі. Это был Руткин Сергей Алексеевич. Ну, сейчас он уже не работает тренером, ну, жив, здоров. И... Ваші успіхи і досягнення як спортсмена? Я був победителем всесоюзних первенств 3 рази, був победителем міжнародних соревнований несколько раз, був призером много раз чемпіонатів Совєтського Союзу. Вот, выполнил норматив мастера спорта, кстати, один из последних, это был уже 90-91 год, вот, был членом сборной команды Советского Союза 4 года, но, к сожалению, в 91 году Советский Союз распался, и не было такой возможности заниматься спортом, жизнь перешла в другое русло, и в конце концов я закончил институт, отслужил армию и стал тренером. От коли прийшло розуміння того, що вам потрібно, у вас є бажання стати тренером? Що тренер – це ваша справа? Буквально з того моменту, як я почав займатися спортом, я чомусь влюбився в цю професію, в спорт, в професію цю. І ні грама не жалію про те, що в своїй житті я став тренером. Це моя любима робота. И, если честно, я счастлив, то, что я занимаюсь своим любимым делом в жизни. Скажем так, не каждому так везет. А до речі, у вас є досвід, ви були директором, досвід керівника спортивної школи, ви були директором міської ДСШ з водних та веслувальних видів спорту. От який досвід отримали, коли працювали на цій посаді? 13 років я був директором дитячої спортивної школи. Начинали мы эту школу практически с нуля. Почему практически? Потому что это была старая школа «Локомотив», которая еще была в Советском Союзе, в которой я еще греб в городе Днепропетровске. Но со временем железная дорога, было ей тяжело ее содержать, эту школу, и она перенесла в городскую собственность. Вот. И буквально в 2008 году, буквально с нуля, по материально-технической базе, тогда заступником мирского головы Зайцевой Ирины Георгиевны, мы организовали 4 школы, одна из них была водных и веслувальных видов спорта. И практически с нуля мы ее начали поднимать из руин. Что осталось, что я унаследовал как директор школы? Я унаследовал профессиональный коллектив. Удалось сберечь людей, профессиональных тренеров. Это очень важно. Ну и потом, год за годом, шаг за шагом, мы потихонечку обрастали материально-технической базой. Очень тяжело было, но тем не менее, мы
обосновались на водоспортивном комбинате, мы построили со временем эллинг, нам выделили помещение, в котором мы потом сделали спортзал, мы покупали модульные домики. На тот момент, когда мы организовывали школу, у нас было два отделения. Это гребля академическая и гребля на подарках и каноэ. Потом, через несколько лет, к нам присоединилось отделение водных лыж. Они были с нами 5-6 лет, а потом они сделали отдельно свою школу. И на сегодняшний день к нам еще присоединилось отделение паруса. Я вам скажу, школа за эти годы очень сильно поднялась, очень сильно развилась. Многие спортсмены, многие воспитанники школы выступают на международных соревнованиях. Не просто выступают, а завоевывают, становятся чемпионами, призерами чемпионатов мира и Европы. Выполняют нормативы мастеров спорта международного класса. Есть членами сборной, национальной сборной Украины. То есть выглядим на сегодняшний день мы достойно. Но начинали мы практически с нуля. Цікаво дізнатися от вашу думку, достатньо чи ні розвивається дитячо-юнацький спорт в нашій країні, що як треба покращувати, і от взагалі зараз дискутується таке питання, от, чи потрібен перехід до приватних спортивних клубів, але і все ж таки треба залишати систему ДЮСШ, яка залишилася ще від Радянського Союзу. Ви знаєте, любой директор школы, любой хозяйственник, любой тренер скажет, что нужно постоянно развивать материальную техническую базу. Нет совершенства, нет предела. Ни один директор не скажет вам, что вот у меня все есть, мне все достаточно, спасибо вам за все. Нет. Почему? Потому что с каждым годом технологии растут, спортивный инвентарь усовершенствуется. Лодка, весло, форма, год-два, и она обновляется. И если мы останемся останем в приобретении на 2-3 года назад, то мы уже будем, выходя на старт, заведомо проигрывать какую-то сотую-десятую секунды. А бывает в полсекунды на чемпионате мира Европы въезжает 5-6 лодок, их разделяет фотофиниш. И хочу вам сказать о приватных школах, о системе Советского Союза. Да, может быть, в какой-то степени нужно усовершенствовать, потому что время идет вперед. Сам статут школы, само устройство школы. Но мое личное глубокое убеждение, что детско-спортивные школы должны быть бесплатными. Моя школа, когда я был директором, и сейчас новый директор, мы боремся за то, чтобы дети занимались бесплатно в школах. Почему? Потому что дети – это не коммерческое вложение, это вложение в наших людей, в наше будущее, в наше здоровье. Детей, людей, которые потом вырастут и потом, которые будут продолжать развивать нашу страну, свою жизнь устраивать, ну и так далее. Есть люди, дети, семьи которых нет возможности даже для денег на маршрутке. Вот куда ему деваться? И, до речі, саме з таких і становятся чемпіонами, становятся спортсменами. Есть очень малообеспеченные. Куда ребенку пойти? Чем ему заняться? Поэтому я считаю, что школы должны быть, детско-спортивные школы должны быть, обучение должно быть бесплатным. Как оно будет, как оно произойдет в ближайшее время, перейдут на приватные клубы, не перейдут, но держава должна как-то заботиться о своих детях и как-то их поддерживать, какое-то минимальное образование спортивное, я считаю. Не обязательно это гребля, это может быть гимнастика, легкая атлетика. Ребенок должен получить. Я считаю, что просто физкультура, это хорошо в школах физкультура, но этого не совсем достаточно для полной реализации спортсмена в своей юности, скажем так. Он должен поучаствовать в соревнованиях, поехать на сборы куда-то. Вы понимаете, какое впечатление
спортсмену, ребенку дают эти поездки, это участие в соревнованиях, а если он еще и завоевал какую-то медаль, выиграл какую-то грамоту, ну, я вам говорю, это впечатление на всю жизнь. Дякую за відповідь. І перейдемо до теми паралімпійського спорту. Спорт серед спортсменів з інвалідністю в Україні знаходиться на високому рівні. От, ймовірно, завдяки плідній праці людей, які його очолюють, ви вже працюєте у цьому спорті з 2013 року, так? От, що можете сказати про очільників паралімпійського спорту в Україні? Ви знаєте, коли було прийнято рішення, коли розглядалося рішення після паралімпіади в Токіо, в Лондоні, звините, в 2012 году, що байдарку зробить паралімпійським видом спорту, мені почему-то заинтересовал этот момент, и я буквально с 13 года, с первых шагов этого вида спорта в паралимпийском движении, я начал принимать участие. Не все так просто, не все так безоблачно проходило, но тем не менее, почему? Потому что начинать всегда все тяжело. Тоже, опять же, вернемся к материально-технической базе. У нас не было ничего. Там специальные лодки, которые приспособлены для инвалидов, чтобы им было удобно сидеть. Специально должны быть условия бытовые для спортсменов. А где нам такую базу найти? Слава Богу, водно-спортивный комбинат немножко адаптировался, быстро адаптировался с самого начала. И мы начали базироваться на водно-спортивном комбинате. Вот. И уже в 2013 году мы провели первый чемпионат Украины. И в 2013 году мы выехали на первый чемпионат мира в Дуйсбург, где, я считаю, мы очень достойно выступили. Мы завоевали золотую, две серебряные и две бронзовые медали. А от, до речі, розкажіть, будь ласка, про параканоє. Це єдина дисципліна у паралімпійському спорті, так, ну, на сьогоднішній день у веслуванні? Ні, ну, є параканоє, це як гребля на байдарках і каноє. Це байдарка і каноє. Зараз у нас 9 паралімпійських класів. Це та ж сама байдарка, тільки вона немножко адаптована под инвалидов, чтобы им было удобно сидеть. Не каждый может приспособиться сесть на узкую лодку. Она немножко медленнее по ходу получается, за счет того, что она широкая, но спортсмен более комфортно в ней себя чувствует, чтобы мог себя... И так уж и човен для каноэ, так? Да, човен для каноэ. Он немножко тоже, он не совсем похож, он вообще не похож на здоровую лодку, но... Международный комитет, Международная федерация АСЕФ, она развивает этот вид спорта, и они сделали каноэ в виде аутриггера. Что это такое? Это лодка длинная, параллельно ей идет буй, поплавок, и спортсмен может опираться на этот поплавок, и мы можем в нее посадить спортсменов с более тяжелым поражением. Перший чемпіонат України було проведено у Дніпропетровську у 2013-му. От після рішення Паралімпійського міжнародного комітету, після Паралімпіади 2012-го в Лондоні, так, включити до програми Паралімпійських ігор параканоє. Розкажіть про чемпіонат, от, який відбувся вперше у Дніпропетровську у 2013-му році. Ви знаєте, коли було об'явлено на Україні, що цей параканоя стала паралімпійським видом спорту. На першому чемпіонаті світу було, ну, много, достатньо багато желаючих поучаствовать. Приїхало багато областей. Я зараз точно не пам'ятаю, але зі всієї України приїхало около 9-10 областей, які привезли своїх представників. Ми відбрали тоді збірну для участі в чемпіонаті світу, теж в першому. И повезли их на чемпионат Украины. Когда мы проводили чемпионат Украины, первая основная проблема была наша, это правильно отклассифицировать спортсмена, то есть поделить их по поражениям. У нас не было еще такого опыта. Больше вам скажу, когда мы приехали на чемпионат мира,
у международных классификаторов тоже еще не было достаточно опыта, чтобы правильно разделить спортсменам по классам, чтобы соревнования были более-менее объективные. То есть у спортсмена может быть большее поражение, а он будет выступать со спортсменом, у которого меньше поражений. Естественно, тот, у которого меньше поражений, он у него выиграет. Поэтому должна быть какая-то объективность. И эта система классификаций разрабатывалась вплоть до 2015 года. 2013-2014-2015 год, когда мы уже в 2015 году на чемпионате мира по классификационном чемпионате мира, когда уже мы завоевывали лицензии на участие в Паралимпийских играх в Рио, уже была окончательная классификация спортсменов. А все это, весь этот путь мы прошли вместе с международными классификаторами, пока мы уже определились, как правильно распределить спортсменов. Они приглашали спортсменов с разных стран мира, международные классификаторы, приглашали их на тренажер и снимали их, пытаясь выработать объективную классификацию для спортсменов. Вже на дебютних паралімпійських іграх 2016 року ваші підопічні здобули дві нагороди. Золото у класі КЛ-3 – це мінімальне ураження у Сергія Ємельянова, і в класі КЛ-2 – а це вже середнє ураження. Срібло здобула Наталія Лагутенко. Очікували на такий дебют на Паралімпіаді? Ну, ви знаєте, ми, коли приїхали перший, другий чемпіонат світу, мы приехали и мы заявили, что Украина не собирается где-то на вторых ролях участвовать в чемпионатах мира и паралимпийских играх. Команда была молодая, мы ее формировали только, но мы уже рассчитывали на высокий результат. Мы понимали, что мы должны быть с медалями. С какими? Ну, там уже это спорт. Как она пойдет, какие там нюансы будут уже в процессе соревнований, выступлений, мы надеялись. И в конце концов, наши надежды, труды и упорство превратилось в золотую и серебряную медаль. А, до речі, в складі збірної був ще третій спортсмен Микола Санюк. Йому трошки не пощастило. Підсумку він посів четверте місце. 17 секунди. 17 секунди відділило його від бронзової медалі. Дуже плотно, кстати, золотую медаль мы выиграли. Спортсмен Сергей Емельянов выиграл 0,04 секунды. Глазу это практически не видно. А Синюк Коля проиграл 17 сотых. Дуже сумно, але до чого готовитися надалі тренуватися. На следующий год на чемпионате мира он уже завоевал бронзовую медаль. В 2019 году он уже стал чемпионом Европы. Очень тяжелая конкуренция, но мы боремся, работаем. От до Паралімпіади у ваших спортсменів вже був певний досвід. Команда брала участь у 4 чемпіонатах світу. От ви говорили про класифікацію, там відточували. Ймовірно, це теж допомогло. Вже знали і своїх суперників, і знали і своїх підопічних, так? Ну, звісно, безусловно. Ми знаємо суперників, суперники знають нас. Есть соцсети, мы добавлены, там мы можем друг друга в друзьях, мы мониторим, чем занимается тот же спортсмен в Австралии, мы, как проходит чемпионат Австралии, мы это видим, мы следим за этим, с каким временем идут наши соперники, мы видим, как готовится сборная Бразилии, кстати, очень сильная сборная, мы видим, как готовится наша соперница в Чили, вот. Мы за этим всем следим. Такой сейчас мир, социальные сети всех объединяют. Через світову пандемію поширення коронавірусної інфекції 2019 НКОВ та захворювання на COVID-19 Паралімпіаду перенесено. До речі, коли відбудеться Паралімпіада? Ровно год. Принесли ровно на год. Звісно, для спорту, для підготовки це не дуже удобно, тяжелий. Мы уже надеялись, готовились, рассчитывали. Подготовка была цикл 4-летний. Сейчас нужно перестроиться, переформировать команду, пересмотреть подготовку на сегодняшний. А, до речі, ви планували, щоб скільки вже спортсменів брали участь у Паралімпіаді? Мы уже в 2019 году мы завоевали 4 лицензии на Паралімпійські ігри. И
один, рассчитываем на 5 лицензий. Мы рассчитывали добрать еще 5 лицензию. То есть мы были в сентябре на тестовых соревнованиях в Токио. У нас там участвовало 5 наших спортсменов. Особисто от вам не вдалося оминути коронавірусну інфекцію, ви захворіли на COVID-19. Розкажіть, як і коли це сталося? Ну, і як проходило лікування? Як взагалі зараз почуваєтеся? Я можу тільки сказати свої предположення, де, як. Ми повернулися зі збору в Іспанії, ми були, це було 13 марта, летіла вся команда в одному самоліті, пересадка була у нас в Мюнхені. Сложно сказать. Я думаю, что я, скорее всего, заразился от тех людей, с которыми я рядом сидел в самолете. Насколько это объективно, я не знаю. Никто с команды больше не заболел, не заразился. Все, слава Богу, здоровы. И все, слава Богу, продолжили свою подготовку в условиях нынешнего карантина. Ну, коли боліли, як себе почували, як проходило лікування? В 13-му прилетіли, буквально через 5-6 днів я почувствовав недомагання, самоізолювався від сім'ї, позвонив сімейному врачу. Ну, нічого мені вразумительного сімейний врач не сказав. Вот. Через ще неділю мені ще стало хуже, почалась температура підніматися до 39. Я визвав скорую, меня отвезли в нашу 21-ю больницу. Вот. Там мне сделали тесты на коронавирус, экспресс-тесты, но они были отрицательными. Говорят, у вас нет коронавируса, как бы, ну, вы не к нам. Я говорю, подождите, но я себя плохо чувствую, вы тогда мне определите, где вы меня можете пролечить. И в то же время у меня взяли вот этот ПЦР-тест, который меня положили в больницу, положили в бокс в отдельный, и через 3 дня пришел положительный тест на коронавирус. На самом деле тяжело проходила болезнь. Я переболел в средней стадии этой болезни. Болезнь коварная, тяжелая. Чем она коварна? Потому что она развивается быстро, стремительно. За день, за два вот у тебя бронхит, вот у тебя на следующий день воспаление легких, на третий день ты же лежишь на искусственной вентиляции легких. И поэтому, если вовремя не обратиться к специалистам, к врачам, которые окажут тебе помощь, то это может закончиться очень тяжело и даже очень трагически. Но, слава Богу, опыта у наших врачей хватило, они смогли мне помочь, за что им огромное спасибо, очень благодарен, очень приветливо люди относились, медсестры, санитарочки, молодцы. Не было такого, вот ты там больной коронавирусом, мы там держим тебя на расстоянии. Да, они были в своих средствах защиты, не знаю, насколько они были для них эффективными, но, слава Богу, я не слышал, чтобы кто-то из них заболел, пока, слава Богу, все здоровы. Относились в больнице ко мне как к пациенту очень дружелюбно. Зараз почуваєте вже добре себе? Отлично почуваюся. А що, і що порадити людям, щоб уникнути захворювання на COVID-19? Ви знаєте, як би не критикували от ці всі карантинні мероприятия, я вважаю, що вони повинні бути. Тут другой вопрос, насколько власть сможет обеспечить пребывание гражданина Украины на карантине, насколько она может обеспечить его питание, потом, не дай бог, лечение, это уже другой вопрос. Но я считаю, что самый эффективный способ избежать этой болезни – дистанционироваться друг от друга, от людей, хотя бы пока на период этой пандемии. Ну а там уже будет видно, как… Чим це все закінчиться? Через послаблення Кабміном карантину та рішенням дозволити тренуватися спортсменам, збірникам України, от ви вже відновили тренувальний процес? Ми не прекращали тренувальний процес. Ми розіслали по домам спортсменам нашим тренажери, і вони продовжували підготовку у себе вдома на тренажерах. Я маю на увазі вже повноцінний на воді. Ще повноцінного нету, ще нету того самого розвитку. Учебно-тренировочных сборов нету. Мы не можем собрать команду сейчас на учебно-тренировочный сбор. Мы продолжаем работать в том же режиме, как в карантине.
Единственное, что здесь проживает у нас два спортсмена, которые мы можем проводить индивидуальные занятия на воде, на открытом воздухе, что позволяет вот эта постановка кабинета министра. Остальных спортсменов мы не можем собрать на сегодняшний день. Куди можна звертатися людям з інвалідністю, тим, хто хоче займатися спортом? Ну, обращатися потрібно в свої регіональні центри. В кожній області є центр по інвалідам, Інваспорт-центр, да. В кожній області є. Не обов'язково це має бути гребля, це може бути будь-який вид спорту. Якщо ви хочете себе спробувати в цьому, то я вважаю, що воно того стоїть. Попробувати і знайти себе, попитатися себе знайти в якомусь виді спорту. І на завершення програми ваші поради тим, хто тільки починає свій шлях у спорті. Все в ваших руках, дерзайте, і все у вас вийде, невозможно, возможно. В'ячеславе, дякую за те, що завітали на нашу програму, дякую за щирі відповіді. І на завершення програми наше традиційне побажання – займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення!